Всем привет! Сегодня я буду вызывать на телефоне с модом на SCP. Всего на, чтобы я показал вам эту серию, вы должны набрать 5 миллионов фейков. Ну, можете, конечно, и 3 миллиона, но лучше 5. А кто это там? Подождите-ка, ребята, я еще не договорил, подписчики. Дорогие, кто это? Чем стащи их удачи? Что это за звук? Я не понимаю. А он не орет так, как она. Звук, конечно, очень страшный. Так вот, я не договорил. Вы можете 3000 яйков. Но лучше все-таки 5000 яйков. И еще, дорогие подписчики, подпишитесь, 10 000 подписчиков. И дорогие подписчики, еще напишите в комментариях, в какие моды вы играете. Вот я и буду, который покупаю, пока тут приезжаю. Так, снимаю, что это бобы. А ничего мне бобы? Или что это? Откусно, возьму айбуз. Я вообще в каких-то джунглях появился. Короче, я туда не пойду, И, ну, если хотите, давайте. Там шпушки еще. Ай. А потом, если ступеньки переодею. И вон там вот. Все, ступеньки я приодею. Дальше боюсь. Так, здесь ступеньку поставим. Фу, возможно, пеки же всегда на середине стоят. Ладно, короче, я тут поставил вот эти штуки. У меня эти штуки кончились. И как-то называется бамбук. Но у меня зимой кончились. Так. Так, баток ставим. Вот так вот. Самое главное сейчас не свалиться. Так, айбуза у меня много. Айбузика. Как нам выявить? А что там попугай делает? Я не знаю, что там попугай делает. Ну, может быть, у него какие-то свои идеи. Может, он видео снимает, этот попугай. Я не знаю, короче. Я не буду ему мешать, и чем его тут. Я камень снимаю, если он нам не выпадет. К сожалению, здесь тонкие кое маются. Что это там? Боже мой, мне кажется, надо выбираться, искать деревню. И хотя бы предметы добыть, хоть какие-то. А то у меня вообще предметов нет. Только на земле я, айбузи
и бамбук. И что это еще? Это бобы и что это? Мне не важно, что это. Тут явно мне построите. Так, очень неважно, ящица. Это съемаю. Вот тоже. Поставить белку один. Теперь маем. Нам еще кое-что. Все на белках. Там вода. Ну вот так ты моя. Вот так вот. И я переснаю эту штуку. Но у нас-то зимы нету. А так вообще не важно. Так вообще. И все мою мы добыли. Сюда что мы ее? Все, я сейчас выберусь отсюда. Все, поедем. Да, я выберусь. У меня год небольшой тут стоит. Мне быстрее нужно деревню искать. Хотелось бы, чтобы из кузницы деревня была. Ищем деревню. Пока никаких на горизонте деревьев не вижу. А, там мой дальше. Так, тут деревни. Тут какой-то. Я не знаю, короче, кто это был. Но это ИСП. Как я вам говорю, чешии. И не начать живые самые похожие. Нет. Короче, я наконец-то мы не в этих тропиках. Вон туда мы не пойдем. Мы пойдем еще куда-нибудь в другую сторону. Вон туда мы пойдем. Что это? Что это сейчас? Смотрим, что из него выпадет. Откуда не важно, явно выпадет эти деньги. Если что я не на креативе, я бы уже бы давно бы в детей бы, если бы я бы был бы креативе. Но вы же хотите, чтобы я бы я тут на выживании, не я иду на выживание джунгли. Ну хотя бы джунгли. А то там из этих кустов и что это вообще было? Ничего не видел. А, это бамбук был. Так, это мы что-то видим. Я хоть пока дерево не люблю. Но пока оно понадобится. Сейчас я просто пока я смотрю их. Теперь я буду вызывать по-нормальному. Так, и смотреть их не будем, если я их видит, то сейчас же убегаем. Если мы видим такого же, который нас уже стоит, то... Фух, мне показать, что там паук. А, давай. Звук, конечно, ужасный, ничего не слышно. У меня, кстати, новый скин. Я очень часто ставлю именно скины. Так. Вот пайки нам нужны. И закат. Ой, я... Выбрись. Смоги, я мне не утонуть. О, вон там это нормальный мир такой. Чего нет вот этих хрен?
если же кот пышно наступит, я буду зичкаючи на воде. Короче, я отсюда буду делать свой полет. Я именно взять его и буду чупить. Так, я полет пока делаю. Фух, я чуть-чуть там не специально под воду, чтобы было полегче стоять. Я мазей. Пока мы на таком природе вызываем Гена, чтобы свинка. Сейчас надо туда перепить быстренько, потому что свинку надо. Да он меня зевмая еды-то. Свинка, иди сюда. Но я на моей еды, поэтому учимся экономить еду. Это зомби у нас такой? Да, это зомби. Я забыл не убить деревья, я пойду так, что пока не убить. Кто это, боже мой? Мне страшно, реально. Тут утопы и реки, еще я забыл про них. Я побежала в свой пилот. Короче, что это было? Я вообще... Фух. Я буду вызывать на этом пылезике. Там кто-то хочет ко мне подпить. Тут реально страшно. Везде такие монстры. И они реально странные. Так, все, мы вещи так заберем. Вот сюда, чтобы как тесто было-то. Так, у меня еще... Так, я сейчас быстро снимаю дерево. С папой ужином. Тут Айен? Чё, вы серьёзно? Вы серьёзно? Там Айен. Вообще. Да! Кто это? Это, боже мой! Кто это? Какой-то динозавр. Я забыл, что там утопленники. Ну, короче, надо сдать шуты и быстро. Ай, мне тут какой-то зомбай мочит. Я сейчас выберу утро специально. Во, утро я выберу. А, там два скелетона. Ну, мне кажется... Подожди, там случайно менее. А, в то чужие. Но мне кажется, по окончательно все путешествие, а то либо минус сидят. Ну все. Всем пока-пока. Ну, короче, они еще не бегут. Ну да, всем пока-пока.